А вот для того, чтобы силы были, необходимо принимать препарат цистин, одна таблетка два раза в день, и желательно с препаратом коллаген, по одной или две таблетки два раза в день. И тутус еще, одна таблетка два раза в день, тогда силы будут. Смотрите, сил нет, недостаточность кальция. Не можете спать и перевозбужденность, мышцы там дергают, магния недостаточно. Утром, когда вы просыпаетесь, если вы взрослый человек, у вас аллергия, пейте кальций. Одна чайная ложка препарата цитрокальцимин, и вы заметите увеличение силы, энергии и так далее. О чем еще говорит нехватка сил? Это может говорить о истощении психической нервной деятельности. Это может говорить, судороги появились, это недостаточность магния. Иммунно воспринимаете все, сопли, усталость такая, все время вирусы, геморит начался, не хватает йода. В случае, если вы плохо писаете, живот отекает, калия не хватает. В случае, если белки глаз желтеют, высокий холестерин, память плохая, тремор рук появился, меди не хватает. В случае, если у вас плохо начали видеть, перед глазами мелькает что-то, врач говорит, что у вас атеросклероз, цинк начните принимать.